Окей, друзья, приветствую вас всех. Анбоксинг очередной, да-да. И сегодня у нас не телефон, а вот такой вот смарт-браслет. Вот, пожалуйста. Мы его распакуем, посмотрим содержимое коробочки, посмотрим на его внешность, соответственно, посмотрим его функционал небольшой, и также к нему прилагается приложение, отдельно которое я тоже сниму. Ну что ж, друзья, поехали! Ну что ж, друзья мои, давайте приступим к анбоксингу. Вот такая довольно-таки простая, примитивная коробочка. Показываю вам все, что тут есть, по бокам написано. Сейчас, секунду. Если кому интересно, характеристики этой штуки, все тут есть. Ну что ж, давайте ее вскроем. И сразу выпадает вот этот листочек с иероглифами. Непонятная штука. Ну и ладно. Видимо, здесь какая-то инструкция о том, как это включать дело. Возможно, нет. Но для меня, лично русскоговорящего и хотя бы немножко знающего английский, здесь ничего не понятно, поэтому откладываем в стороночку. Вот пусть тут полежит. Идем дальше. Ох, вот такая вот огромненькая макулатурочка тут. Чтобы вы могли оценить ее размеры просто. В общем, тут много-много разных букв, но с этой стороны они все на китайском. А вот с этой стороны здесь на English вроде написано. Поэтому можно что-то прочитать, заценить, понять и так далее. Но я думаю, это может нам пригодиться, может не пригодиться, по крайней мере, первые несколько слайдов о том, как это дело включать. Я никогда не имел дела с браслетами умными, так что это, по сути, будет мой первый опыт. Убираем эту пупырчатый пакетик. Все же любят их лопать, да? Вот. И достаем отсюда вот это. Там, как вы уже догадались, ничего нет, поэтому смысла трогать больше коробку нет. Отложим ее в сторонку. И вот перед вами такие вот часики. Приятные ощущения. И, наверное, пленочку надо отсюда снять. Вот так. Все. Вот теперь перед вами часы. Такие вот. Судя по всему, то, что перед нами вот это дисплей. Но как оно работает, я пока не знаю. Давайте попробуем, что ли, их на руку надеть. Вот так вот выглядит сзади это дело. Так, смотрите-ка, вот эта часть, она здесь отвинчивается, и, по-моему, после этого включилась. Я не знаю, что сделал я, как это работает вообще, ну да ладно. Итак, вот часики показывают время, вроде примерно столько же сейчас, хотя далеко. Так, ага, эта кнопка сенсорная, прикасайтесь к ней и показывает вам шаги. Сколько вы проехали времени на велосипеде, ритм сердечный, ну и время. Полезно. Только вот интересно, как это изменяется-то. Ну и в правом верхнем углу вот здесь вот показывается зарядочка. Окей, вот так это дело выглядит на моей руке. Специально я делаю на левую, чтобы было удобно снимать. Вот. Показывает, не знаю как. Вот я топчусь на месте. Я не знаю, оно, наверное, просчитывает расстояние. Но нифига мои шаги не считает. Либо я не понимаю, как это работает. Ну что ж, давайте инструкцию, что ли, посмотрим.
Итак, друзья, мне удалось все-таки заставить этот сердечный ритм определяться, хотя что-то он пока еще в цифрах показывает. Вот столько ударов в минуту, мое сердечко сейчас издает. Пум-п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 ум. Как-то так. Кстати, может быть полезна эта штука. Но помимо этого, как вы догадались уже. Так. Ты будешь переключаться? Это дело еще надо отключить. Как вы догадались, надо считать шаги и сколько вы проехали на велике. Ну, велика у меня нет, чтобы это проверить, а вот шаги посмотрим. Помимо этого, вот этот смарт-браслет может коннектиться по Bluetooth к телефону. Для этого надо будет скачать приложение. В общем, сейчас я этим займусь и постараюсь вам показать. По сути, с внешней частью этих часов мы закончили. Я вам покажу приложение, как это работает. Ну и все, в принципе. Окей, давайте приступим к приложению. Синхронизируется все это дело очень просто. Мы качаем его из App Store. И нас приветствует такое вот окно с корявым русским языком. Добро пожаловать, говорят нам. Далее мы просто включаем Bluetooth на телефоне. И начинаем поиск телефона на браслете. Для этого достаточно удерживать кнопочку посередине сенсорную, и появляется такая вот менюшечка. С помощью одного нажатия можем прокручивать вниз, с помощью удерживания этой же кнопки мы можем перейти в указанную кнопку, в общем-то. Там есть поиск телефона, мы нажимаем, и там уже сам по себе идет поиск. Далее через приложение мы пытаемся синхронизироваться с телефоном. Выходит список всех смарт-браслетов, которые находятся вблизи. Понятное дело, что вблизи один смарт-браслет у меня, поэтому и других вариантов там, в общем, нет. Мы выбираем его, и все там настроено, все готово. Идет начало синхронизации, и там все дальше показывает. Всю статистику по шагам, сердцебиению и всему прочему, как бы, что ведется в этом браслете. Ну, чуть более подробно и более красочно, естественно. Если мы хотим, мы можем все это дело сбросить. Есть там кнопка. Также все в виде графиков здесь может показываться. А также, если вдруг не так необходимо, можно устраивать себе расписание бегов, велотренировок. Ну и не только, просто это дело отслеживать все. Внизу все есть соответствующие менюшки, которые это показывают. Настройки не самые обширные, но как бы все самое необходимое здесь имеется. Вы можете заполнить данные себе, не знаю зачем. Можете поставить себе цели. Можете будильник даже поставить на смарт-браслет. Ну и также с помощью этого браслета дистанционно управлять камерой, музыкой и так далее. В общем, все, что имеется здесь. В целом, прикольная такая штучка. Правда, я не любитель носить часы и браслеты, но это прикольно. Стоимость этого браслета около 2000 рублей. Если хотите, можете приобрести его по ссылке в описании. На этом все. Спасибо, что посмотрели этот анбоксинг и микрообзор. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Увидимся в следующих роликах. Пока.